Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем снимать обновление в Drive X. Ну что, вот у нас настроечки появились. Можно выбрать. И все такое, вот все. Вот новых режимов не добавили. Ну что, как в трейлере он показывал то, что будет камера. И сейчас мы ее протестим. Но сначала надо посмотреть будет, если есть ли у нас новые машины. Это надо обязательно посмотреть. Так, ну вроде новых машин нету. Жалко, но ничего. И этого тоже хватает. Ну что, сейчас мы на этой BMW-шечке-то как? Покатаемся классно. Да, добавили все-таки камеру. Сейчас мы записываем. Вот я еду. Все классненько. Но она все равно еще подлагивает. Так, на слабых устройствах, но очень он там говорил. Хотя о чем он говорил? Должно быть легче устройство. И баба. Ну все равно подлагивает при повреждениях. От этого никуда не деться. Сейчас посмотрим повторчик. Так, отлетаем. Что-то камера какая-то очень тяжело поворачивается. Да, надо было бы быстрее как-нибудь. Так. Все, включаем, поехали. Вот. Ох, нифига себе. Да, довольно простое управление на самом деле. Все классно, классно. Тут можно посмотреть, как я тут хасаню. Все такое, повторчики можно делать. Бам. Ну все равно лагает. От этого никуда не деться. Да. Не очень. Повреждения стали лучше. Но производительность слабых устройств не очень оптимизирована. Надо еще поработать. Ну а так, хорошее обновление. Да. Это хорошее обновление. Очень-очень даже хорошее. Давайте пересядем на другую машину и... будем заканчивать, потому что он кроме камеры и производительности вроде ничего не делал. Сейчас мы выйдем на трассу и... А, он еще показывал, точно вспомнил. Блин, как я смог забыть. Он вспомнил, он говорил... Ой, показывал. Как-то все открывается, двери. Может, что-нибудь изменилось? Сейчас посмотрим. На этой машине, скорее всего, ничего не изменилось. Вроде ничего не изменилось. Да. Ну, в общем, ничего не изменилось. Ну как ничего? Блин. Ну все вроде нормально. Обновление вышло. Все хорошо. Всем спасибо за просмотр и всем пока.